простынёй обхватываем поясницу. И продеваем под ноги там, да? По диагонали. Выходим из-под ног. Берем. Человек, если ну, такого большой, как Олег, он будет держаться своим весом. Но если кто полегче, держаться, да. За стол можно держаться, да, чтобы не утянуло. И начинаем вытяжку. Можно упереться в стол. Как, Олег? Тянется, вот я живот чувствую, тянется. Поясница тоже, вот сейчас включилась поясница. Ну это вытяжка на пояснице. И тоже плавненько потихоньку. Может руки выше поднять? Может локтями вам зацепиться, да? Или голову на бок сделать? Да, стоп. Плавно опускаем. Чуть-чуть по-другому сейчас встану, перекочусь. Покороче. Покороче возьму. И пойдем опять же плавненько, аккуратненько на вытяжку. Вот сделали натяжку. Тянется поясница, да. Подержали. И плавно опустили, чтобы без удара. Ну, все как-то так. О, класс. О, класс. Кул. Рулис, ребятки.